Смотрите, что произошло с девятиэтажкой. Я думаю, вам видно именно, какие осколки. А снаряд сняли, вот он. Да. Да. Вот только что, тут снимали? Да, мы показывали. А нет, вот тут-то нет, снаряд остался. Да. Пойдемте. Вот, вот. Посмотри, есть. Вон, смотри на третий этаж. Смотрите, гляньте, на третий этаж вообще уничтоженный. Первый этаж уничтоженный. За что такое делают с нашими людьми? И украинская армия говорит, что они хотят именно хорошего. Нет, они устраивают только плохое. Вон, посмотри, по стеклу дома. Вот они, смотрите. Уничтожено все. Все уничтожено. Иди снаряд. Если что, я сейчас... Вот он. Вот он, торчит. Смотри, снаряда. Он застрял. Вот осколки его. Вот она, четверка. Не трогай, пусть лежит. Уже все ему. Артиллерийский обстрел. Смотрите дальше. Что произошло? Зачем? Зачем? Тут детсадик. Представляете, что именно случилось, если бы были дети в садику? Насколько бы они были бы перепуганы на всю свою оставшуюся жизнь? Смотрите, под дом в решето. Да, прибыли, да. Не, ну пахнет у нас. Поле WX, да, это маркировка в 1.6. Что это? Наши снаряды. Пошли. Это четвертый снаряд. Пошли поднимемся на третий этаж. Там они уехали. Там девчонка чуть инфаркт не получила. Вот представляете, что жители мирные говорят. Мальчика раненого отвезли, плечо тут вырвало, аж дыра туда была. Вы представляете, что делают именно они с нами? Нет, он шел вот тут по дороге и как раз бахнуло. Ему осколком вырвало вот тут плечо. Мы его скорую отправили. Вот за что такое именно с нашими гражданами и творить? Ну, конечно, вот я живу. А можете... Ой, только мне не надо снимать. Пожалуйста. А кто из свидетелей может рассказать, как это все было? Кто здесь был на месте? Мы дома были, только слышали взрыв. Ну, я стоял возле подъезда. Сейчас. Давай. Я стоял возле подъезда, произошел взрыв. Ага. Поднялся дым, я увидел, что тут машина колыхнулась. Смотрю, паренечек упал. Ты что, это вот страшно. Все, это. Все, что я видел. Раздался очень большой взрыв, потому что, блин, я сам, ну, шугнулся, соответственно. Ну да. Не без этого. Это страшно. Машина стояла? Да, здесь машина стояла. Это от нее стекло заднее. Ага. Так, а машину увезли? Представляете, машину разорвали, но машину увезли, машина, мы ее не... Машина, получается, на ходу осталась, да? Ну, машина была на ходу. Но она где-то здесь и стояла. Ага. Там не пострадало никого. То есть в том доме двое, получается, раненых, здесь мальчик, да? Да. Получается, трое раненых людей. Осколки даже в девятиэтажку попали. Пойдемте, зайдемте в подъезд.